Эти обаятельные молодые ребята, эмоциональные в лицах, рассказывающие интересные истории, будущие специалисты музейного дела. Зажигательной викториной студенты Кемеровского университета культуры и искусств украсили тематическую выставку, приуроченную к Международному дню музеев. Это важное событие отметили в ВУЗе, собрав в его стенах экспонаты самого разного характера. Ежегодно в эти дни все международное музейное сообщество отмечает Международный день музеев. Традиционно он проходит 18 мая. Но это не конкретный день, но неделю до, неделю после проходят торжественные мероприятия, праздничные мероприятия, посвященные актуализации вообще музейной деятельности, музейной работы. Современные музеи, оставаясь по-прежнему местом хранения и памяти, стремятся к развитию, осваивают новые формы работы просветительской деятельности. Увлеченные по-настоящему своим делом люди, без всяких пустых лозунгов и призывов, способны зажечь своим интересом и других. И при взгляде на будущих музейщиков стереотип о тихом и скучном времяпрепровождении рушится. Я поступил, на самом деле, полного представления я не имел о том, что именно будет мне преподавать, на какой специализации я буду учиться. Ну, то есть вглубь я не окунулся, но когда я буквально первые два месяца отучился, я понял, что это очень интересно, и я никогда не пожалею об этом. То есть музей не скучное дело? Совсем нет, просто это глубокое убеждение людей, которое может быть неверное, потому что все думают, что это стереотип. Что когда ты приходишь в музей, там сидит старая-старая бабушка, которая с себя стряхивает пыль и говорит всякие гадости. На самом деле это не так. Потому что музей достаточно широкое понятие, как с точки зрения науки, так с точки зрения и просто кругозора человеческого. Потому что очень много... вот широкий спектр действий музея и развития. Прежде всего, я считаю, что молодой человек, вот нынешнего поколения, он должен развиваться, во-первых, познавать мир, и не только именно эмпирическим путем, да, то есть потрогать что-то, да, а и с науки, и с историей, потому что музей непосредственно – это тоже история. И когда ты можешь историю изучить, и опять же прикоснувшись к ней, да, на какую-нибудь интересную экспозицию попасть, принять в ней участие, либо же, как, например, наши студенты, ее организовать, я считаю, это очень-очень полезное занятие и очень полезный опыт. Абсолютно исторический уклон на нашей специальности и прикладной характер нашей специальности. И я нахожу в этом, ну, по крайней мере, радость, когда людям нравится. Среди презентаций всем известных, уже имеющих свою историю музеев Кемерово, необычным аккордом прозвучал достаточно молодой еще музей истории православия на земле Кузнецкой. Для небольшой экспозиции сотрудники музея выбрали несколько предметов, принадлежавших первому управляющему Кемеровской епархии – Митру, богослужебный головной убор, и Рясу, архиепископа Сафрония. Есть здесь также ручная кадильница XIX века и народная икона святого Николая Чудотворца. Начиная со второй половины XIX века, в России широкое распространение получают церковные музеи. В первую очередь это связано с развитием исторической науки и в том числе церковной археологии. Первый церковный музей был открыт при Киевской духовной академии. В последующие годы открывались музеи как при духовных академиях и семинариях, так и при епархиях, приходах и даже, можно сказать, школах. Но, к сожалению, с революционными событиями 20 века многие церковные музеи были либо перепрофилированы в антирелигиозные, либо их коллекции были распределены по другим государственным музеям. И начиная с конца 80-х годов 20 века, с возрождением Русской Православной Церкви, вновь возрождаются и церковные музеи. Таким, например, является Музей истории православия на земле Кузнецкой, который был образован в 2010 году в городе Кемерово по благословению епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха. В настоящее время в музее действуют две выставки.
Это патриархи в Кузбассе и православные иконы 16-го, начала 20 века. Сейчас мы с вами находимся в патриаршем зале. Здесь мы знакомимся с историей становления Кемеровской епархии. Напомню, что Кемеровская епархия была образована в 1993 году. Также здесь мы можем познакомиться с историей строительства главного кафедрального собора Кемеровской области. Это Знаменским кафедральным собором. Кроме того, на стендах нас показана история пребывания патриарха Алексия в Кузбассе. Напомню, что патриарх Алексей II посетил Кузбасс дважды. В 1993 году, когда была образована епархия, и в 1996 году патриарх посетил Кузбасс, именно город Кемерово, с тем, чтобы освятить Знаменский кафедральный собор. Также на экспозиции представлено богослужебное облачение патриарха Кирилла. Это облачение патриарх подарил в память о своем приезде в Кузбасс в 2013 году. Еще в нашем музее действует выставка под названием «Православные иконы 16-го, начала 20 века». Это первый совместный проект Кемеровской епархии и фонда Андрея Первозванного. То есть на этой выставке у нас представлены иконы из московской коллекции. У нас представлено два зала – голубой и зеленый. Сейчас я хотела бы подробно познакомить вас с голубым залом. Он является продолжением православного храма. Как мы видим, на восточной стороне нашего зала, как и в православном храме, мы видим икону Господа Вседержителя, которая устанавливается на горнем месте в алтаре. По краям этого зала иконы, которые ранее находились в иконостасе. Мы можем увидеть и иконы 16 века из праздничного чина, и пророческий ряд 17 века. Центральная витрина с плащаницей, она символизирует собой престол. А если вы поднимете глаза наверх, то вы увидите медальон с изображением Иисуса Христа, который символизирует собой купол храма. А на западной стороне нашего зала, как и на западной стороне храма, мы видим икону Страшного Суда. Вещи, слова, произведения искусства, созданные когда-то людьми и пережившие их, рассказывают нам не только об ушедших наших предках, но и о нас самих, потому что все, чем жили они, оставило след в наших душах, даже если мы не всегда осознаем это. –